Дорогие коллеги, включая и участники проекта, мы команда «Парадокс», и мы расширена. Настя, Малика, еще Настя, Мино, Вера и я, Ксения. Мы представляем 6 разных стран, и мы тоже постараемся ответить на вопрос, что такое русский мир. У нас есть Узбекистан, это Малика, у нас есть Грузия, это Мино, у нас есть Албания, это Вера, у нас есть еще одна Настя, это Чехия. Было понятно, некий интересный экономический пример того, как журналист может оказаться абсолютно недоказуемым. И, конечно, мы имеем в виду знаменитый сюжет «Русификация» Сергей Шолохов, Сергей Кулёхин, которого показывали на ленинградском телевидении в 91 году на 5 канале. Сергей Кулёхин с помощью веских аргументов доказал, что Ленин – это грипп и Ленин – это радиоволна, терпение. Он доказал, что в разрезе броневик напоминает мухомор. И потом заострил внимание аудитории на том, что если прочитать Ленин наоборот, то это получается минель, а минель – это французское блюдо, которое готовят из грибов. Таким образом, он пришел к хитрому выводу и убедил в этом аудиторию, что Ленин – это гриб и радиоволна, потому что грибы, они восприимчивы к радиоактивности. Вот сейчас, например, все внимательно слушают. Даже на заднем веком. После этого, заинтригованные опытом Кулёхина и утомленные хроническими недосыпаниями, которые у нас было за последние недели, причем мы акцентируем внимание на хроническом недосыпании, мы решили размышлять о теме русского мира и посмотреть, к какому парадоксу приведет нас, наша журналистская и женская логика, и как мы ответим на вопрос, что такое русский мир. Начнем. Зовут Кулёхина начинает просто солнечную Грузию, где с 1721 года по 1723 год живет приехавший из России в Тбилиси русский поэт драматург Александр Сергеевич Грибоедов, который пишет свою знаменитую комедию «Сердца горя от ума». И также, удивительно, но необыкновенным умом и уникальной памятью обладал знаменитый советский шахматист, чемпион мира Алексей Алёхин, которого как раз знают в Грузии, и при этом он большой отрасль своей жизни прошел в Португалии. Прекрасно, вот Португалия, да, это нужно сделать паузу. Португалия в городе Эштарил. Дальше. Что удивительно, связано с привязанным шахматом. Шахматами увлекался, но не очень хорошо играл в них Алексей Толстой, тоже прозаик и драматург, который, а теперь выступает у нас Малика, который же в Ташкенте написал свой роман «Петр I». В Ташкенте жила знаменитая русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова, которая в 1941 году из оккупационного Ленинграда перевезли в Узбекистан. И впоследствии она вспоминала, что нигде она не испытывала такого тепла, как в Узбекистане. И об Анне Ахматовой писала другая русская поэтесса Марина Цветаева, описывая ее «Русский нерусский стан». И Марина Цветаева 3 года своей жизни прожила в Чехии, где есть ее дом-музей, установлена мемориальная доска, ее помнят и ее любят. Так, портрет Цветаевой, слушаем дальше. В свое время написал сын Федора Шаляпина Борис Шаляпин, который выставлялся в Праге, русский художник, да, выставлялся в Праге, и в отличие от другого русского художника, Карла Брюлова, живописца, который в Праге не выставлялся, Цветаева не писал, но жил в модели в Португалии, а писал он портрет Фреда императорского двора Авроры Карамзиной, которая жила в Финляндии. И о ней же писал русский поэт Баратынский. Баратынский сравнивая ее с современницей Зари. Баратынский также восторженно писал о Финляндии, часто приезжал в Финляндию, говоря, что его пленяет, что Финляндия пленяет его взор. Немного более сдержанно в Финляндии писал Александр Сергеевич Пушкин, как мы знаем, в «Бернусанике», это был прилюд Бога Чухонца. Но тоже, в общем-то, не без нежности определенной. Так, Пушкин. Ах, мама дорогая. А вот вопрос, Пушкин писал по другому, он был в Тбилиси, в Грузии, и он писал про холмы Грузии, это которые легла ночная тьма, шли корабль предо мною. И сейчас Пушкин активно ставит на сцене театра имени Грибоедова, который находится, но машет на рукой. Но сейчас, как у меня же поворот, просто удивительно, это вообще помню.
Георгу Кастриоте. Георг Кастриоте был больше известен как Скандербег, и фильм с таким названием «Великий воин Албании Скандербег» был снят на русском языке. Часть киностудии Мосфильм, наша киностудия в Москве, но в 1953 году. Мы движемся к нашему заключению. Как вы знаете, большинство патриотических фильмов было снято на киностудии Мосфильм, и в них отображалась глубина русской души, русского быта, богатое культурное наследие русского народа. То есть, соответственно, то, что мы сейчас называем русский мир. Смотрите, смотрим дальше. На основании всех этих рядовых и всех интересных фактов, которые мы тоже перечислили, мы опять же называем наше слово соединение, точки пересечения. И что вы видите? Абсолютно очевидно, что мы видим штат погреба. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасиб